Короче, это постанова, как я понял. Возможно, первый матч всегда проигрываешь. Всем привет, это Айс. Сегодня мы играем в Hearthstone. Сегодня мы будем проходить Цитадель Ледяной Короны. Новое приключение, которое вышло в Hearthstone. Я несколько слоупочил с прохождением этого подземелья, этого приключения. Ну вот самое время начать. Просто тусил на природе тусил, поэтому не смог выложить видосики, как я прохожу это подземелье. Так вот, что в первую очередь хочется сказать о Цитадели Ледяной Короны. Потрясающее подземелье в World of Warcraft, потрясающая история. О, сейчас мы будем, кстати, с Артасом сражаться. Я очень надеюсь, что... вот это вот приключение будет действительно тяжелым. Потому что, я фанат хардкорного прохождения всех вот этих подземелий. А обычная сложность мне не нравится, потому что она дичайше легкая. Близзарды обещали сделать что-то такое усредненное. Я надеюсь, что это будет усредненное в сторону более хардкора, нежели лайтовой версии прохождения игры, короче. Ладно, давайте, хватит разглагольствовать, давайте начнем. Я уничтожу тебя, а потом распылю и создам что-то более достойное. Распылю что-то более достойное? Плеть. Призывает Вурдалака 2-2. Так, а нам карту... легендарку дадут. Ага, колоду собирать не надо. Окей. Кайна и король Лич. Не стоило напрашиваться. Осторожнее выбирай карты. Другого шанса не будет. Я осторожно выбираю карты, не переживай. Блять, дерьмо. Вот это карты. Да, не говори, карты так вообще. Герой, вы уже в пути. Отряд Тириона прибудет через 3 хода. Отлично. Так, следующее заклинание на этом ходу стоит. Неплохо, хорошее заклинание. Призывать 7. Вот каким должен быть первый. Неплохо. Это даже не агрессивная колода. Да ну брось, не агрессивная. Как там дела? Нормально? Хотел бы я посмотреть на твою агрессивную колоду в таком случае. Тебя ничто не спасет. Моя сила. Безгранично. Блин. О! Твой рейтинг. Ледяная страдания. Блин. Че так держать, Тирион? Час нужды, сама судьба поможет тебе. Через один ход. Да и я думаю, ты смогу. Шутишь. И ты покоришься мне. Надо же. Твои мольбы о пощаде никто не услышит. Как тебе это, магмовый яростень, а? Что? Короче, это постанова, как я понял. Возможно, первый матч всегда проигрываешь. Да, наверное, первый матч всегда проигрываешь. Восстань, маг. Твой долг еще не исполнен. Ага. Сражайся за меня, и живые будут трепетать, а мертвые склоняться. Ага, вот это интересно.
падаль с моего порога. Ха, окей, значит, мы сражаемся против Тириона, который, кстати, прорезывает по два этих рекрута. Ну, начнем с Яростни. Так, что она делает? Ты сразишься с величайшими героями Азерота. Ну, конечно же, я сделаю вот так. Где мои лекари? Почему ты не провоцируешь? В смысле, вот этот? А, ужасный танк, и не провоцирует, да, действительно. Это интересно. Так, ну его мы не сможем разменять, чтобы у нас получился кто-то такой. А, ну я думаю, Тириона стоит заморозить, поэтому давайте вот так сделаем. Оружие пригодится на всякий случай. Что он делает? Ага, монетку в руку. Но у меня нету карт. Видите, насколько мы сильны? Давайте заберем. Подождать. Лайфстил у нас тут будет. Что такое? Не может атаковать героя? Не отвлекайся. Что ты делай? Это ты делаешь? Не может атаковать героя. Что это такое было? Что это такое? Что у тебя за герой, блин? Неплохо, неплохо. Ну, походу, это победа, это было довольно просто. Жду приказаний. Фух, ребят, вы что, прикалываетесь, что ли? Ну, это даже не смешно. Или сейчас будет какое-то продолжение? Может, все-таки Лича будем побеждать? А, не, смотри, он сбежал. Все, победа. Герой, не дай сломить свою волю. Сопротивляйся зову короля Лича. Мы должны выстоять. Интересно. Подарок. Воу, темный жнец Андуин. Мне просто нравится, как он нарисован, особенно на арте, ну вот глобальном, где все герои нарисованы. В целом не знаю, как он будет играться, не будет, но я всегда любил престов, поэтому может быть что-то отдельное из этого и получится. Неплохо. У нас открывается нижний ярус. Ну, вот так вот легко проходится пролог, друзья. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, оставляйте комментарий, а еще лучше подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео и новые колоды. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока!